Так, Юпитер и Сатурн. В правом нижнем углу едва виден Сатурн, в левом верхнем это Юпитер. 27 декабря 2020 год, Харьков. Съемки низкой чувствительности, поэтому спутников Юпитера видно не будет. 16:57 по Киеву. Кто хочет увидеть спутники Юпитера, смотрите предыдущие дубли. Сейчас эти настройки для того, чтобы более четкое изображение иметь. Оно более тусклое, но зато контрастность не съедает нам. Ой, совсем еле-еле виден Сатурн, но кольца я вижу. 1 миллиард 626 миллионов километров до него. 35 угловых минут между Сатурном и Юпитером на данный момент. Зато мы, может быть, при таких настройках увидим кольца. Оп. Экваториальные кольца на Юпитере. Сейчас глянем. Спутникового видно не будет. Мне уже, наверное, полос экваториальных. Не видно. Слишком низко горизонт. Через плотный слой атмосферы смотрим на нашу сладкую парочку. Ну, тяжело навестись. Ой, ну он плывет совсем уже вообще в атмосфере земной, как расплавленный. Ладушки, давай сейчас быстренько тогда снимем Луну при таких настройках и вернемся к стандартной светочувствительности. А тут у нас облака. Пока мы там крутились. Ну ладно, давай через облака. Все равно должно что-то хоть получиться. Может даже лучше. Где у нас Альдебаран? А, его вообще не видно. Не хватает ему света, чтобы через облака пробиться. У меня еще хоть как-то. Опа. Неожиданные гости. Тебе, Луна. Ох, ладно, ребятки, девчатки. Не буду я много тратить время на Луну, потому как жалко. Сейчас каждую минуту, каждую секунду Юпитер с Сатурном выпускается за горизонт. Хочу их снять. А, там еще облака начинаются. Да. Надо срочным образом перенастраиваться. Смотрите предыдущие, в общем, дубли. 17:00 по Киеву, Харькове, 27-го. А, и 22-го числа съемки, смотрите. Там совсем рядом Юпитер и Сатурн.